В Старом Осколе количество ДТП с участием или по вине детей не уменьшается. Зачастую нежелание самих родителей соблюдать правила дорожного движения приводит к детскому травматизму. К началу школьных каникул был приурочен рейд сотрудников ГИБДД на улицах города. Эта операция у нас она как бы областного масштаба. Мы работаем в преддверии детских каникул, чтобы детям напомнить в период каникул, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, а также напомнить родителям об их ответственности. Правила дорожного движения предписывают использование детских кресел при перевозке детей. Но далеко не все родители этим указаниям следуют, в надежде на то, что с ними ДТП не произойдет. Статистика такова, что без кресла, если ребенок едет не пристегнутый, либо его родители держат, при самом незначительном ДТП не сможет человек удержать своего ребенка. То есть по инерции он получит себе травмы при столкновении с панелью автомобиля, либо о сидении. Когда он находится в детском кресле, то есть он надежно зафиксирован, и это все будет менее травмоопасно. За неправильную перевозку детей в автомобиле предусмотрен штраф. Отсутствие детского кресла или нежелание ребенка в нем сидеть от ответственности не освобождает. Мы стараемся пресекать такие правонарушения. Составляем административные протоколы, штраф составляет в размере 3000 рублей. Ну и впоследствии водители покупают кресло и не допускают таких правонарушений. В этом рейде участвовали 3 группы сотрудников ГИБДД. Проверялись места массового пребывания детей, там, где они бывают без сопровождения взрослых. Подобные мероприятия проводятся не реже 2 раз в месяц.